Всем здравствуйте, с вами Евгений Дуйнов. Сегодня 16 октября 2017 года. У нас очередной ролик про новости компании Savalmash и АСПП. Сегодня получили электронную нагрузку АКИП 1381/2. Рассчитана на 120 вольт до 240 ампер. Вот. Данное устройство крайне необходимо для отладки контроллеров, различных датчиков. Вот. Поэтому работы по контроллеру сейчас у нас, думаю, значительно ускорятся. Помимо этого получили источник питания АКИП 1142/2, имеющий два канала по 30 вольт до 6 ампер и 5-вольтовый канал до 3 ампер, который также необходим для настройки отладки контроллеров. Также на днях из Германии вернулся скутер Herbis Grace с нашим мотор-колесом. Данный скутер выведен из строя, у него вышла из строя батарейка и, возможно, поврежден мотор. Будем с ним разбираться и восстанавливать его. Также сегодня поднимем наверх электробайк Denzel Sparta. Вот, с него демонтируем мотор-колесо Magic Pie вместе со всей его силовой частью, с контроллером, с батарейкой. И займемся установкой на него уже нашего мотор-колеса. Вот, а мотор Magic Pie 2 переставим на велосипед, на первое тестовое шасси, которое такое достаточно шанистое, какого-то китайского производства, от фирмы Bacini. Для того, чтобы можно было на нем тоже ездить. Вот такие новости на сегодняшний день.